встрече профессора навигации капитана Врунгеля детвора готовилась заранее. Многие мечтали попасть в команду известного морехода и смело демонстрировали свои таланты. Читали стихи, пели песни, танцевали. Одна девочка села на шпагат, а ученица 6 класса 13 гимназии Соня Пуздрякова написала песню о празднике двора и исполнила ее. Праздник двора самый лучший, здесь подарков целая куча. Дети бегут сюда целый двор, прямо не угнаться за толпой. Праздник двора, праздник двора, ла-ла-ла-ла. Праздник двора, праздник двора, праздник двора, ла-ла-ла-ла. Профессор навигации Врунгель оказался веселым шутником, моментально стал своим среди ребят, и они, не сомневаясь, поддержали его предложение создать 5 команд, чтобы отправиться в путешествие по островам архипелага «Хорошее настроение». Там матросов ждали разные испытания. На острове джунглей нужно было преодолеть веревки с колокольчиками и не запутаться, на острове танец – сплясать яблочко. Все рифы были успешно преодолены, ведь каждую команду возглавлял профессиональный капитан, выпускник школы аниматоров, созданный 2 года назад Центром народного творчества. Еще одна важная деталь – никто с праздника двора не ушел без подарка. Подарка особенного. Наши праздники двора проходят уже 7-й год. Из года в год мы старались приобщить ребят и всех наших жителей к символике нашего города, знакомили их с местами, достопримечательностями. И у нас родилась такая идея создать такую игру «Путешествие по городу Одинцово», чтобы привить любовь ребят, чтобы они лучше знали свой город, любили и со своими друзьями в игре изучали его. Эту игру нигде не сможете купить. Приходите к нам на праздник, и вы получите его в качестве подарка. Над ней работала целая команда Одинцовского центра народного творчества и методической работы с большой любовью ко всем жителям городского поселения Одинцово. 2 часа веселой игры без перерыва с конкурсами и приколами капитана Врунгеля – это совсем не утомительно. Сил хватает, потому что, во-первых, дети делятся с нами энергией, а мы хорошим настроением, поэтому получается все очень весело, активно. И самое главное, даже взрослых нам удается иногда раскачать. Хотя они, конечно, забывают о том, что были когда-то детьми, но на празднике двора они вспоминают об этом. Самое главное, что мне, наверное, хотелось бы сказать – это друзья – знайте о том, что в нашем городе проходят такие чудесные праздники. Может быть, вы слышали, но не поленитесь, зайдите в интернет, посмотрите расписание, следите за афишами во дворах и приходите на эти праздники. Поверьте, недовольных у нас не бывает. Праздники двора в Одинцово проводятся регулярно. На бульваре Крылова прошло юбилейное торжество этого года. Галина Поликарпова, Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».